Всем привет, друзья! Как у вас дела? Привет. У нас дела отлично. Сегодня последний день. Да, и Лерочка расстроена. Сейчас нужно идти им сдавать ПЦР. Вика только что проснулась, не обращайте внимания. Мы с Лерой проснулись рано. И как неудивительно, я сегодня в 7 утра проснулась. Но все потому, что я вчера уснула в 8 вечера. И мы с Викой не сделали маникюр, поэтому мы думаем сегодня в кино не пойти по плану. Сделать маникюр. Но Лера хотела в кино, поэтому мы думаем отправить Сержа, чтобы он с детьми в кино сходил. Как вам такой вариант? Нормально. Нормально? А, как видите, вещи Вика уже сюда выставила, те, что будет забирать. Сегодня Серж будет собирать ей чемодан, укладывать все. А, мы сейчас с Лерой еще мыло хотим сделать. Я сидела сейчас, монтировала видео, чтобы оно вышло. А еще нужно будет сделать печенюки. Вот в этой баночке. Лера все ждет. Она любит всякое такое делать, да? Все, что связано с творчеством. А я, чтобы прийти в себя, пошла сегодня с утра еще искупалась, приняла душ, потому что какое-то состояние было непонятное. Плюс ко всему, я еще плохо спала. Вроде бы как выспалась, но вроде и плохо спала. У меня болела ножка. И я вчера говорю, у меня серьезная травма на ноге. А Лера говорит, серьезная травма у тебя на другой ноге. А это обычная травма. Кстати, вот, они играют с этими собаками, я не знаю, они такие противные. Я даже выбрала мыло. Чтобы их купать? Да, вот этим розочкой. Самое главное, чтобы вот здесь вот села корочка. Я вот этого ждала, потому что ощущение, как будто бы ожог. Ну, может быть, и действительно ожог. То есть у меня колесо вот так раз 10 вот здесь вот прокрутилось. Раз два было. Ну, тебе так кажется, а так оно так же обороты делало. А, это как машина застряла с ним. Да. Лера подарила мне вот такой браслетик. Отлично. А я здесь достала чай. В общем, сейчас хочу разобрать, какой чай Вике отправить и тете. Потому что здесь у нас много чая. Все любят чай. А в Корее именно такого вот классического нашего чая очень мало. Вот. Там есть чай, но все какое-то не такое. Что, ты мне еще подарила что-то? Заколочку. Ну вот еще вот такую заколочку подарила мне Лера. В общем, мы столько дней хотели с Викой разобрать косметику, которую она с собой заберет. И, в общем, сейчас разобрали. Я ей вот здесь вот подарила новую декоративку, которая у меня есть. Часть оставила на конкурсы. А вот это вот Вика чем будет пользоваться, она взяла. Вот этот классный хайлайтер, праймер для лица. Ну, в общем, здесь блески, всякое такое, чем Вика пользуется. Я знаю, что это у нее не будет лежать. Спрей для лица. Вот. И еще у меня есть вот такие вот штучки для волос. Тоже ей все, потому что я таким не пользуюсь, мне просто лень. Хотя Вика постоянно говорит, нужно. Вот, кстати, я вытащила вот это тоже ты хотела забрать. Вот здесь еще кое-что есть. Вот здесь вот посмотри, кстати, то, что мы с собой брали, если тебе отсюда... А что у меня туда упало? У меня там вся барахло, все упало туда. Вика с Лерой уже ушли сдавать анализ ПЦР. Кстати, у меня кожа такая чистая что-то сегодня. Может, потому что я выспалась, у меня здоровый цвет лица. Прям даже не знаю. А я Лере, так как подарила свою шапочку, вот эту хочу выбросить. Вика сказала выбросить, они ее с собой не забирать не будут. Она Лере налазит вот сюда вот на голову. Каролина, кстати, пошла в школу. Так жалко, мы все сидим дома в такой мороз, а она ходит в школу. Ну, даже не то, чтобы в мороз, а вообще, в принципе... Вот сейчас вот эту шапочку выброшу, наверное, потому что в H&M, по-моему, нельзя сдавать головные уборы, насколько я помню. В самый последний день мы, короче, решили печенье сделать. Сейчас все это нужно высыпать сюда. Одно яйцо и 90 грамм сливочного масла. Нет, сейчас яйцо упадет. Мы начали делать, в общем, здесь печеньки, обнаружили, что сливочного масла дома мало. Поэтому я заказала сливочное масло на доставке, сейчас принесли. А потом газировки Лера попросила, воду. Ну, если сегодня куда-то пойдем с собой взять. Хлеб взяла, геркулес вот такой, на, возьми, он вкусный. Угу. И еще вот такой хлеб взяла ржаной. На, Сергей, это убери, пожалуйста, в морозильник. И мороженое детям. Так, это тоже сейчас в холодильник уберу. И будем делать с Лерой. Ну что, смесь, в принципе, получилась. Сейчас Лера их сама налепит. Я спросила у Каролины, с тобой лепить? Она говорит, да без меня налепите, я просто покушаю. Печеньки готовы, в принципе. Я чуть про них было не забыла, блин, чуть не спалила. Ну, вроде все отлично.
все замечательно. Аромат хороший, сейчас попробую по вкусу, когда все остынет. Аккуратно не задень, а то горячее. В общем, вот, смотрите, выложила на тарелочку. Лера очень аккуратно все положила, ну, в смысле, слепила. Красиво. Прямо рядом с молоком картина маслом. Это Каролина будет сейчас сделать себе хлопушки. Зайка, привет. Привет. О, как пахнет вкусно. Всем привет. Давай, начинай пробовать печеньку свою. Это твой. Ну-ка, не делай так, заяц. Я случайно хотела взять вот этот. Что скажешь ты по вкусу? Нормально. Вкусно? Угу. Понравились тебе печеньки твоего производства? Угу. А что вы тут для нас сделали? Уральское наслаждение. Кушай, кушай давай. Сама же испекла. Довольна? Угу. Лера говорит, я в Корею, говорит, с собой заберу такую смесь и там буду выпекать. Ну что? Такой зачет на деревьях не растет. Вкусно? Вкусно? Прикольно получилось? Очень. Достойно? Достойно, я люблю такие. Это овсяные? Да, овсяные печенье. Мы когда-то так с полным жару печенье не ели. Да. Ну, не ели, но я не помню. В общем, Вика здесь уже все начинает разбирать. Мы решили не идти в кино. Вот самая главная новость. Я здесь уже начала потихоньку одеваться. Мне осталось только штаны надеть. Но, в общем, короче, фишка в том, что мы хотели пойти в кино, потому что Лера как бы... чтобы посмотрела мультик на русском языке. Потому что в Корее все на языке оригинала. Ну, только мультики как раз-таки они на корейский переводят, да? Ну, зимой обычно у нас нету здесь, да, мультиков нормально. Да, ну, вышли какие-то мультики, там, Панчары, мы думали, что пойти на него, и поэтому мы весь день распланировали таким образом, чтобы пойти в кино. А сейчас Лера говорит, я не хочу ни в какое кино идти, вообще гулять не хочу, я хочу дома весь день провести. Ну, из-за того, что мы уже сходили на улицу из-за этого, для нее это как вылазка была. Поэтому мы в кино, наверное, не пойдем. Спокойненько сейчас соберем чемоданы, тогда спокойно сделаем маникюр. Дети вон пусть ванну вечером примут, да? Ну, да, что гонки устраивать? Мы один раз ходили, сходили. Да. Гештальт есть? Есть. А с Каролиной мы можем и после вашего, правильно? Отлета. А, нет, это... больше они никуда не пойдут, когда я... Я думаю, нет. Да? Левенные вещи вот эти. Подстирай, сдали? Чтоб чистые увезло. Зачем их стирать, если они не успеют высохнуть? Сегодня уже чемодан собирают. Да, не надо стирать. Я там поеду, там постираю. Лучше... Они зато могут в ванной просидеть сегодня. Да, не надо стирать, да, не высохнут. Что, мокро вести? Дети сейчас будут купаться. Вот Вика им дала шарики бурлящие. Такие вот, короче, с сюрпризом, не знаю. Лера взяла одно мыло свое, а Каролина хочет свое взять. Вот такое вот мыло. Купаться будут они. Какая-то курабье, да? Да, да, курабье вообще-то. Эти полосы, а за ними волосы. На моей постели твои роликсы. В общем, короче, Вика, когда ходила сдавать ПЦР, забрала мои посылочки с пункта выдачи. Я заказывала бумагу для принтера, закончилась. Осталось только вот толстая. Мне последний раз пришлось договор на толстой бумаге распечатать. Светокопии. Там еще были всякие снегурочки, то есть все. Но Серж говорит, всегда бери светокопии. Вот, целую пачку взяла. Сейчас уберу, потому что... Там вообще была, знаете, фишка такая, что можно было взять 5 упаковок подешевле. Я так подумала, где я буду эти 5 упаковок хранить, зачем мне столько много. Ну да, там какая-то экономия незначительная. Места у меня настолько не будет. Я, в общем, некоторые книжки здесь выбрала Лире, чтобы Вика забрала. Какие-то книжки она сама сможет прочитать, вот, например, по типу комиксов. Что-то ей прочитает Коля. Но я постаралась собрать именно такие книжки, которые она сама будет читать. Очень классные. И вот эти вот подделки еще вот такие вот. Ну, Лера такое любит. Я, по-моему, даже заказывала с учетом того, чтобы потом Лере отдать. Потому что в Корею доставка книг очень-очень дорогая. Именно доставка русских книг на русском языке. А там не купить в таком выборе. Тем временем мы здесь с Викой распечатываем фотки. Потому что Вика хотела проверить. Кстати, я тебе знаешь, что хотела сказать? Тот принтер нужно продать, который у нас есть. И Серж сходил, купил себе кофеек. Ну и как тебе, понравился, нет? Зря попросил сироп добавить, сладкий стал. А что за сироп? Карамель соленый. Ну да, а зачем ты вообще, сироп он и есть сладкий? Ну, все ж не любят сладкий. В общем, а хорошо, что у нас теперь есть принтер нормальный. Ну тот тоже был нормальный, но там краски быстро заканчивались. А ты это распечатать сделаешь? Сейчас сделаю.
Я ужасно голодная. Мы заказали, короче, сегодня на доставку бургеры и роллы. Вообще, вчера хотели еще роллы заказать, но мы с Викой уснули, короче, и решили на сегодня это оставить. Вообще, мы хотели куда-нибудь пойти, а потом так подумали, лучше сегодня дома вообще посидеть. Тем более, там буран опять. В общем, я заказала сейчас на доставке напитки. Фанту, это мы сейчас поедим. Потом мы еще с Викой попьем квасику, вот этот вот был вкусный, и Серж тоже. Ну и дети тоже, кстати, у нас квас любят. Уже привезли роллы, сейчас я их распакую, сюда поставлю. И еще, сейчас бургеры должны с минуты на минуту привезти. Покушаем, это у нас будет такой, скажем так, прощальный вечер. Потому что завтра уже самолетикус. Я еще поставила чай, вообще очень голодная. Вот такие вот роллы заказала. В общем, фишка в том, что я, оказывается, когда заказ делала, там нужно было поменять количество персон. И в итоге на такой большой сет положили всего лишь одни палочки. Ну да, там, кстати, я не видела, где там нужно было указывать количество персон, но я так поняла, что это так. Но при этом один человек же все равно столько не съест. Могли бы хотя бы две пары палочек положить. Ну, я так думаю. А так, в следующий раз придется мне это указывать. В общем, заказали роллы. Вот такие вот Лера хотела с икрой. А сверху вот такие Вика любит. Ну и в общем разные. Вот эти Каролина любит вот такие. Эти, по-моему, запеченные. Они еще теплые, нет? Холодное все приехало. Но сейчас, наверное, может быть, из-за того, что ну, курьеры пешком, которые ходят, как бы холодно, может быть, из-за этого долго несли. Наконец-то привезли бургеры. Я уже готова была прибить всех. Короче, это бургеры. Это на это Керри заказывала. Подвиньтесь, чтобы она отец сел. Это картошку фри мама заказывала. Это наггетсы. Я здесь заказала побольше, чтобы вдруг кто-то еще захочет. Лера просила наггетсы. Хорошо? Сейчас нарежу. Ой, сейчас сделаем. Сюда положу, ешьте наггетсы. И вот еще два бургера. Это Сержу, а это мне. А, я, что я тебе и говорила. Не хватит, я еще не села, а я буду только роллы. Ешь, я только бургер ем. Дай мне, пожалуйста, фанту, Лера. И Мессиева. Мессиева, налей, пожалуйста. Кетчуп, шиповник. Потом фанту. Я попила. Кетчуп тебе вылить? Что тебе вылить? Кетчуп? Вылить кетчуп. Сейчас, давай сюда прям рядом вывали. Это не кетчуп, это какой-то острый соус. Ну, кетчуп. Витя добавляет. Вы сколько с вами занимаетесь? Часа три, наверное, да? Уже стемнело. Да мы последний раз ели, там 12. Уже губы синие. От голода. Че, как тебе бургер? Че, детишки? Как вам последний Дастархан? Последний, а крайний? Крайний. Убери, убери вот так. А где этот самый? Почему крайний? Мёд. Мёд? Я не знаю, где мёд, люди. Мёд закончился, Вика. Я им последний. Банку налила. Вон банку. Как это? Да. Там же был. Ну я вот им это сделала. Это башкирский был. Они сегодня уже третий раз или да, или четвертый раз. Раньше фанту мы пили только по праздникам. В остальные дни мы пили сибур. А что такое сибур? Это как передача прям раньше. Раньше? Ну что сделать, если я не состоявшийся диктор? Сибур вкусненький, кстати, был. Зря ты так. Кири. Это архун тоже. Да. Да. Все, я убрала. Да, нет, надо было роллы убрать. А да. Ты рыбу хочешь? Нет, надо было роллы убрать. Ну ешь хочу. ешь. Давай не пей. Как и ожидалось, доставка холодная. Но. Смотри. Но, пусть охота. Ты же только искупал. На это и был расчет. Тебя обрезал. И без соли сожрем. Ну что? Ешь наггетсы, вон. Я думаю, что меня трясет, да потряхивает? Мне кажется, голодно. Я ничего говорю, я не хочу кушать. Мама, вообще-то говорю, не после теста, может быть, да. Сосуды? Потряхивает? Я сказала так. Ну, я сказала, что тебя будет потряхивать после теста, потому что ты за мной не ела. Ну, она завтракала же, в отличие от меня. Нет, чего завтракала? Воды она выпила. Я только воды попила. Я шиповник ей сделала с медом. Нела, она, кажется, пролила. Она не захотела кушать. Ну да, херак она сделала. А я хотела бы яйцо пожарить, а не захотела кушать.
Я не ем такой вкусный. Чего? Нет, этот вкусный? Я не люблю такое. Нет, этот вкусный. Ты не пробовала? Попробуй. А что тебе такой имбирь? Ух ты. Вот этот вообще вскрылся. Девочки, вы упали. Это еще хуже скривился. Красиво. А вы же, когда я посмотрю архив, да? Мне потом нужно хотя бы день прийти в себя. Ты тоже такое, нет? Да, я ты слишком много эмоций ты отдаешь. А почему так? Я начинаю ностальгировать, вспоминать. Ну тебе нравится просто страдать. Что делать тогда? Страдание — это одна из форм удовольствий. Надо не смотреть? Или проще относиться? Проще относись. Или кайфуй от того, что ты страдаешь. Это вот, которая 20 лет, вот 10 лет была в плену маньяка. Он связал ее все. Че? А потом ее стал жалеть. Потому что она привыкла. Кто кого стал жалеть? Есть, да, там жертва. А маньяк стал жалеть жертву. Жертва стала жалеть маньяка, потому что она за эти годы привыкла. Стокгольмский синдром. Стокгольмский. Да. Столько синдромов, столько кризисов, как не запутаться в этом? Да. Это когда жертва начинает понимать мотивы. И начинает понимать и любить даже. Да. Ну, есть ли сколько таких этих фильмов? Дай мне, пожалуйста, рыбку. Жертву потом в итоге рыбку? С маньяком. Да, вот на. Ну вот сколько, например, я даже не вспомню. Но знакомлю. Как у Каролины. А, надо взять, кстати. Я положила туда. Не, завтра будет урок. После урока не забудь. Да. Корейский язык? Я буду с ней онлайн заниматься. Писать. Часы она знает. Календарь она знает. Месяцы знает. Времена года знает. То есть окружающий мир она знает. Не торопись, хорошо. Славные были времена. Хорошо. Какие имена, когда ты меня убил. А у тебя та кружка свободна? Дай мне, пожалуйста, Лера. Подожди, за 5 минут съели все. Да вот так, они специально нас голодом морят, чтобы потом даже холодный без соли съел. Я думаю, что меня трясет? Что я злая, да? Да. Я тебе сейчас нахуй. Ой, я наел. Не переедайте. Не переедайте. Хорошо? Угу. Плохо нет. А вы тоже, что ли, проголодались? Конечно! Поставь здесь. Как вы ж печенье ели. А, они же бомбочки. Не буду? Вся энергия в воду ушла. Да. Живого стене! Я буду своим крем-мажем. Okay. А подай лучше маме свои наггетсы. Да, они не дожарили. Она ест! Да, ешь наггетсы? Ну, как раз ты послушайте меня внимательно. То, что я говорю, что ванная комната, это там очень много опасных ситуаций. Да, 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 скажи. Надо очень осторожно, поскользнуться можно, упасть. Вот, например, такая ситуация. Набрали воды. Ой, я забыла бобочку. Раз, поскользнулась, ударилась, потеряла на короткое время сознание. Захлебнулась. Захлебнулась, утонула в ванне. Понятно? Таких случаев были. Поэтому прежде чем погружаться, сразу продумайте, что вы хотите туда. Бомбочки, игрушки. Особенно, когда вот дома никого нет. Когда дома никого нет, вообще ванну не надо наполнять. Чтобы два часа это было, мы ждали доставку, два часа. В итоге съели мы ее за 5 минут. Это жесть. А ты тебе ешь минуту, на. Комок в мадеор, да, если джалеп. Я надеюсь, никто не поймет. Ну, дети ваши не понимают. Что, ты понял, что ли? Часы нет. А что? Ты не понял? Мам, мне сделали мне произошло чтение того времени, которое они пообещали, то скажите так. Я больше не буду вас заказывать, чтобы в следующий раз было быстрее. Если не будет, пошлите вы. Сами знаете куда. Да. Боже. Это разве не песня была?
Смотрите, сколько мыла с Лерой мы сделали. Достаточно много. И достаточно все симпатично. Мне больше всего вот это вот понравилось. На сакуру цветочек похож. Ну что, в принципе, Вика здесь уже чемоданы собрала. Я буду уже заканчивать влог. В общем, Вике пришлось оставить варенье. Вот, как бы мы здесь еще здесь архив с ней разбирали. И, кстати, хотела вам показать, что мне подарила Лера. Вот свою подставочку она подарила, которую ей подарили, по-моему, в центре. На курсах по корейскому. Ансан Сивити. Ансан, где они живут. А я как раз себе точно такую же хотела. Вот, она очень удобная здесь и по высоте, и все. Это, короче, классная подставка. Очень качественная. Такие на Алишке есть, но они там не очень были качественные, поэтому я не стала заказывать. Вот, приготовила квасик. Мы все-таки сейчас с Викой будем делать маникюр и снимать это видео на основной канал. Потому что было много запросов. Я не была уверена, успеем ли мы снять это видео или нет, но многие написали, что давай видео. Поэтому сейчас я уже буду заканчивать этот влог. Ставьте пальчик вверх, смотрите предыдущие влоги, если вы их пропустили. Подписывайтесь на мой канал, на Викин канал. Ссылка в описании. И увидимся с вами уже в новом влоге. Всем удачи. И следующий влог будет уже из аэропорта. Всем. Покорми его. Пока-пока. А ты покорми. Я ему морковку дала. Ну и все.